Друзья, послушайте новую музыкальную поэтическую композицию «Экспромт романс» на стихи замечательной поэтессы Вероны Шумиловой. Композиция называется «Руки словно крылья птицы». Музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия». Какие руки, словно крылья птицы, слова какие, чары, кружева, и сердце мне позволило влюбиться, и я пишу ответные слова, и сердце мне позволило влюбиться, и я пишу ответные слова, слова горячие, слова надежды, поярче звезд, что светят нам в ночи, подобных не было вчера, ни прежде. Слезились, торжествуют три свечи, подобных не было вчера, ни прежде. Слезились, торжествуя три свечи. Слова толпились, было их так много, и вдруг они вместились в слове «да», и сникли все сердечные тревоги, ведь слово «да» на годы навсегда, и сникли все сердечные тревоги, ведь слово «да» на годы навсегда. Слеза сверкнула на щеке украдкой, с надеждою не будет здесь разлук. Когда звучало это слово сладко, в ответ ему кольцо счастливых рук. Когда звучало это слово сладко, в ответ ему кольцо счастливых рук. Какие руки, словно крылья птицы, слова какие, чары, кружева, и сердце мне позволило влюбиться. И я пишу ответные слова, и сердце мне позволило влюбиться. И я пишу ответные слова. И сердце мне позволило.
влюбиться, и я пишу ответные слова. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович, музыкальная композиция «Экспромт». Руки словно крылья птицы. Стихи Вероны Шумиловой, музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая».